Открытое акционерное общество агрофирма «Лучники» сегодня на подъеме и способно занять лидирующие позиции в районе. Об этом говорят результаты уборочной. Урожай 2022 в «Лучниках» – это свыше 14 тысяч тонн зерновых при урожайности 66,6 центнеров с гектара. За этими цифрами огромный труд хлеборобов и всех работников и специалистов сельхозпредприятия. На дожинках, которые прошли в хозяйстве 27 августа, директор агрофирмы «Лучники» Геннадий Вечер поблагодарил всех за преданность своему делу. Нам есть чем гордиться. Такими славными комбайнерами, шоферами, специалистами. Каждый из вас вложил свою частицу сердца в этот урожай. Поэтому всех с праздником. Я думаю, в дальнейшем мы будем и дальше получать такие же урожаи, потому что для этого у нас есть все. Мы покупаем уже и удобрения в полном объеме, средства защиты, техника. Самое главное, что есть люди. Вот это самое главное. Поэтому с праздником вас. Всем мира и добра. Лучшим на жатве 2022 в этом году вручали не привычные грамоты, а медали. Отметили комбайнеров, водителей, операторов зерносушильных комплексов и других работников. Всех, кто занят на уборке и доработке зерна. Слова благодарности и добрые пожелания прозвучали от гостей праздника. От Слуцкого районного исполнительного комитета, от управления сельского хозяйства и от себя лично хочу поблагодарить вас за ваш труд, поздравить вас с этим прекрасным праздником, с уборкой урожая 2022 года. Искренне всем вас поблагодарить за ваше трудолюбие, за ваше терпение, целеустремление. Пожелать каждому из вас крепкого здоровья, денежного достатка и благополучия вам и вашим семьям. Ну и, конечно же, новых достижений и результатов. Агрофирма «Лучники» – одно из лучших хозяйств. Я думаю, оно будет лучшим хозяйством. А здесь работают самые лучшие, самые трудолюбивые люди. Спасибо вам большое за эту сложную уборку. Низкий вам поклон, крепкого здоровья, удачи и хорошего настроения. Председатель правкома агрофирмы «Лучники» Виктория Ходорович отметила самоотверженность тружеников полей, поблагодарила за понимание и ответственность, умение наладить работу, в том числе и специалистов хозяйства. Самое главное на дожинках – это поблагодарить вас за то, что вы достойно выстояли, за то, что вы большие молодцы, за то, что вы не подвели, за то, что вы никогда не сказали, что устали. За то, что вам дико хотелось спать, и дома у каждого есть заботы, но вы все равно с утра до ночи находились на работе. Музыкальные номера в исполнении юных лучниковцев поддержали атмосферу праздника. Только помни, в грохоте.